Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке The Nun. Сегодня вместе с вами мы попробуем очень интересную тему. Короче, по-моему, это когда-то был. Это позавчера уже было, ребята. Мне написал один из подписчиков. Он говорит, он сначала мне писал, я не читал, к сожалению, но потом я увидел то, что он скинул видео, посмотрел. В общем-то, он мне сначала написал, что да как делать, а потом мне еще скинул видос. Короче, сегодня, как вот я вчера выбирался за карту, мы попробуем сделать, примерно такое же. Но сделаем именно то, что у меня не получилось в прошлой серии, а именно попадем в ту комнату, где у нас была взрывная кукла, то есть вот сюда, вот в это вот крутецкое место. Так, значится, мне для начала что надо сделать? Для начала мне надо тут опустить как бы. Подруга, ты ходишь? Окей. Подруга за мной ходит, мне, короче, пока что это не опустить, надо найти маслица. Маслица, скорее всего, сверху. Маслица, скорее всего, сверху, если там его нет. Ну, давай сейчас возьмем. Короче, лифт должен быть опущен. И мы... Опа, нифига себе, тут нет. А я даже не знаю, где еще может быть. Короче, лифт должен быть опущен. И мы должны сверху этого лифта как-то залезть и в правый угол встать. И тогда нас перекинет в комнату к... просто в комнату, где нас обычно убивают. Вот в самом конце, когда 5 раз мы... В принципе, там как-нибудь затупим, что-нибудь такое будет, короче, умрем. Вот такие вот дела. Так, эта подружка за мной ходит без остановки, в этом плане все хорошо, пока она не зависает, но проблема в другом. Где же прячется маслица? Я что-то вообще без понятия на самом деле. Блин, надеюсь, оно где-то там не супер далеко, потому что как-то это все фигово выходит. В плане того, что, думал, сейчас шустро-быстро найду, вот я реально всегда так и находил примерно... Но сейчас что-то как-то такой спавн очень интересный вещей, что я вообще без понятия, что да где. Ну, куколку я нашел. Это все отлично. Так, может быть там, кстати. Давай проверим ради интереса. Ты за мной, да, ползешь? Ну, привет, чё. Ползи, ёк-макарёк. Так, может быть здесь где-то сник. Ну, тут вот есть этот кривошип. Но здесь нет масла. Блин, серьезно, а куда же его спрятали-то так неплохо? Я еще вроде знаю то, что много вещей накидаешь в лифт, он тоже как-то опустится. Ну ладно, давайте, наверное, так сделаем. Только надо еще эти все вещи найти. По-другому здесь никак. Мне еще говорили попробовать очки с монахини снять и вместе с куклой скинуть в этот, в лифт, чтобы они там опустились и посмотреть, что будет. Возможно, можно будет сегодня это даже попробовать, в принципе-то. Так, подожди, немного не так. Отлично. Так, ты где? Здорово, очки отдай свои, пожалуйста. Давай, 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 давай. О, все, взял. Замечательно, это сюда. О! Я понял, по-моему, эти очки нужны для того, чтобы легко опускать, что ли. Ну, это что-то слишком как-то, да? Из-за очков уже так опустилось. Ну, это странно, согласитесь. Тупо очки кинул и все. Ну, это что-то реально очень странное. Так, теперь нужно вспомнить. Кривошип у нас есть, эта фигня у нас есть. Ну, сейчас кукла у нас будет, в принципе, собрана. Хотел, конечно, сделать одно, сейчас будем немножко другое делать заодно. Это, в принципе, не помешает. Так, открывай давай шарманку свою. Зашибенчик. Берем то, что нам надо. Ты что, да ты тоже ползешь, ничего себе ты. Ведь успевает, успевает за мной, как нифиг делать. Хоть это и небольшая такая сложность, по сути. Самая легкая. Так, кукла у нас все так же. Здесь очки пропали. Ох, блин, очки-то уже все пропали. Видимо, они как груз только используются. Ну, окей. Так, давай иди сюда. Вставай вот здесь вот, и мы с помощью тебя залезем в лифт. Отлично. Так, как же с помощью тебя это сделать-то? Ёк-макарёк, а это будет не так уж и просто. Хоп. Я даже не знаю, что-то как. Да, блинский, уйди. Отлично. Вот сюда как-то... Ах ты... Ты что делаешь-то? Вот фигня-то, да? Ничего-то не получилось. Давай вниз. Давай, 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 давай. Вниз снова поехал. Все, теперь мы с помощью монахини забираемся. Давай, давай. Ну и что, ты меня поднимать будешь как-нибудь? Алло. О, во-во-во-во-во. Да что ж ты делаешь-то, ёк-макарёк. Хоп. Отлично, я залез сюда, упал, и вот в этом углу я должен стоять вроде как. Не знаю, стоя или сидя,
Сейчас посмотрим. Так, механизм лифта. Запускай шарманку. Опа. О. Во. А, блин, надо было с собой что-нибудь взять. Ах ты. Чё за... Там за карту падаешь, черт возьми. Дай-ка перезапустим. Там, блин, за карту так быстро падаешь и ничего даже сделать не успеваешь. Это чертовски тупо. Давай заново тогда. Я попробую сейчас только очки ей закинуть. И надеюсь то, что, ну, все точно так же опустится. Все будет топчик. Но на самом деле баг реально клевый. И с собой надо будет взять какую-нибудь вещь, чтобы она открыла именно эту прачечную с другой стороны. Ну, типа мы ее загрем. Не знаю, сработает это или нет, ребят. Вот честно, без понятия. Это вот только я сегодня тещу первый раз все. Так, криво... А, это провод. А где подружка-то? А, ты сверху, что ли? Ну, спускайся давай. Я очечки... Или ты не сверху? Чего? Где это она? А, серьезно? Ты где тут была? Давай очки свои дай сюда мне. Сейчас посмотрим. Если я очки закину и опустится, это будет просто жесть. И, походу, реально предназначение очков, вот, ну, будет понятно в этой игре, в принципе. А, нет. Надо, короче, два объекта, что ли. Ну, давай я книгу попробую, допустим. Получится так? Хоп. Ах ты ж, блин. Не получится. Да, стой ты. Да, монашка, алло. Ты что делаешь-то, а? Не надо издеваться так надо мной. Ёкарный бабай, я... Ох ты ж, блинский, а. Ну что за издевательство-то ходячее, а? Отдай-ка мою эту книгу. И отстань от меня. Все. О, не опускается. А это что, кукла, что ли, хотите сказать, такая тяжелая? Вы что, с ума сошли, что ли? Кукла же такая маленькая выглядит. Три предмета кинул. Огромные тяжелые книжки. Они что, по-вашему, несравнимы с книгой? Вы прикалываетесь? Разрабы, это что такое? Как так? А лом туда, кстати, не закинуть, да? Сейчас эту отведем, дурочку. Хоба. Лом туда не закидывается. О! Закинулся. Эй, ломчик, ломчик, ты чё? Иди сюда. А, подожди. Нет, надо что-то взять. Тут с собой надо что-то взять в любом случае. Надо что-то найти и взять с собой, чтобы она к нам прибежала. Это должно быть что-то такое, что будет очень громкое. А ведь я даже не уверен, что там что-то шуметь вообще будет. Угу. Вот сейчас у меня немножко вопрос такой образовался. Может быть, если я возьму ее объектов в лифте один. О, вот ломик возьму, кстати, будет тема вообще. Поднялся? О, нифига себе сверху. Эй, иди сюда. Подруга? Камон, камон, я здесь. Горбатый, иди сюда. Давай-давай, догоняй. Блин, это так-то вообще тема. Ну, что-то там ничего такого интересного, видимо, в этой комнате-то и нет толком. Так, давай запускаем шарманку. Ага, и теперь пролезай. Оба. Давай, отлично. Давай сидя попробуем. Сидим. Именно вот в этом углу. Даже это, блин, не правый угол, это же левый. Ну, относительно смотря чего смотреть, если так, туда правый. В принципе. Ну, окейшки. Давай ждем, когда это все поднимется. Возможно, когда она до конца поднимется, мне все равно в любом случае придется встать. Сейчас глянем. Вот, механизм лифта. Вау. Ничего себе. Я ведь забрался вообще куда-то высоко-высоко. Ух ты. А это где это я сейчас? Алло, гараж. Меня за карту чуть не выкинуло. Опа. Механизм работает правильно. Да я понял. Зато я сломался, блин. И что это мне делать теперь? Как мне отсюда выбраться-то? Ой, ребят, лучше сидя вы тут не пробуйте. Это что-то беда вообще. Это однозначно беда тут, хотя интересно сидеть на самом деле, да? Куда я забрался-то, это не поймешь. Блин, а было бы очень годно упасть под лифт, а не на него. Блин, а как это сделать, интересно? Это вот вопрос вообще. Ладно, что, перезайти что ли снова надо? Да что ж за издевательство такое, а? Сегодня я, походу, буду много раз перезаходить-заходить. Но тут ничего не поделаешь в плане вот этого, так сказать, опыта. Нужно это все прям по полной испробовать. Но я вот попал один раз туда, но почему-то я провалился там под карту. Там, видимо, хоть есть вот это вот место, ты все равно проваливаешься. А, кстати, она, походу, вот из этой комнаты выходит, своей, типа. Начинается у нее здесь вроде как, а может и не здесь иногда. Все по-разному, на самом деле. Так, давай куклу.
А, куклу, куклу, куклу. Тут вот два предмета можно кинуть. Где твои очки там, подруга? Ты куда делась-то? Ой, своя атмосфера действительно у тебя. Очки отдай. Как интересно в реальной игре у нее очки забрать. Когда ты ее взорвешь? Нет, когда ты взорвешь, у нее очки пропадают. Наверное, когда молится, тогда получится. Так, давай закидываем. И смотри, опускается. Я просто в шоке с этого. Да ты что не за мной-то идешь? Давай, двигай, двигай, двигай. Полчаса, полчаса идет. Давай. Ай, подожди, предмет забыл. Черт. Так, берем. А тут нет ломика. Нет, тут нет ломика. Давай, иди сюда, быстрее, 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 пока время не закончилось. Камон, камон, камон. Ага. Залез. Да, ах ты ж, блинский, не успел, а. Ну что ж такая долгая-то, а. Эх, беда. Так, давай заново. Иди сюда. Оп, давай, 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 давай. Хорошо. Так, залезаем. Да, блинский, что-то фигня какая-то получается, а. Че не хочешь-то? О, ну и проходи вперед, отлично. Все, встаем, сидя не делаем. И я назад буду пытаться идти. Вот у меня сейчас назад, на... ну типа я нажал, и буду пытаться идти назад. Тут ее рука, все окей. О, вот я снова выбрался, но здесь падаешь. Ты зайдешь сюда? А, подожди, тут можно по этой штуке ходить, что ли? Или как? Или мне показалось? Не, смотри, он сюда вообще не пускает, и как бы открыть нельзя. Это беда. А здесь проваливаешься с концами. Давай вот с книжкой попробую. Падай, падай. Только сам не падай. Тихо. Хоп. Да, вот она улетает вообще нафиг просто. Нормально так сделали. А тут я могу сквозь еще раз туда-обратно пройти, допустим. Блин, а вот почему я сюда смог выбраться, а обратно не могу? Это как-то немного тупо. О, блин. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот я говорю, на этой фигне я как-то встал в тот раз и получилось. Как это так у меня выходит-то? Не-не-не, подожди. Как-то ведь получается здесь. О, во. А, тихо-тихо-тихо-тихо. Чё это за шняга? О, во. Я прохожу здесь, видите? Не, подожди. Как-то я могу пройти. Во-во-во, через угол вот этот вот. И так вот ползти, если... Нет, подожди, а если я вот с этой стороны буду ползти? Блин, весьма интересно. И занимательно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И тут я падаю, да, наверное? А? Серьезно? А где это я нахожусь сейчас тогда? Смотрите-ка, куда я забрался. Здесь ты уже падаешь, да? Блин, это чертовски тупо. Я немного не понимаю, как здесь выглядят текстурки, и как вообще я держусь здесь в воздухе. Но эта тема очень годная. Как я сюда забрался, я сам в шоке. Так, ну давай... Ах ты, блин. Нет, там, короче, невозможно, походу. Я куклу не могу даже увидеть, на самом деле. Я тупо куклу не могу даже увидеть там. Если мне только сейчас выходить за карту... А там можно ли как-то вообще со дворика попасть? Вот без понятия вообще. Может быть и можно. Но как это сделать, черт его знает. Но я бы хотел именно оттуда. Но вот с этой фигни-то ты попадаешь, понятное дело, да? Там ничего нет, тупо проваливаешься. Но зато я нашел способ, как можно по стенке ходить. Я не знаю, может быть, конечно, этот, как его... Кто-то уже находил этот способ и так далее. Ну, типа так вот ходить и так далее... Вот, я просто серьезно не знаю. Ну, ну, как понятное дело, как вот в лифт залезать уже точно находили. Потому что мне подписчик скинул, как минимум он точно нашел уже. Так. Ну, давай-ка я попробую напоследок еще разок. И я попробую там пробежаться с другой стороны, может быть, как-то залезть получится. Так, очки свои гони. Они тебе явно не нужны. Давай-давай-давай-давай. Блин, как же тяжело их отобрать-то порой бывает. Ну же... Да серьезно? Ты что, прикалываешься? Смотри, я вообще не могу. Хух, смог. Отлично. Эй, он до сих пор не отпускается, блин. Чё за... Сколько туда надо всего набросать-то? Ну, в плане книжек вообще очень много, если честно. Это меня порой удивляет, блин. Куда так много-то? Получается, такие легкие предметы, они тупо не сравниваются с этими тяжелыми книгами. Все, до свидания, иди сюда. Камон, камон, камон.
Сейчас я попробую под лифт, может провалиться как-нибудь. Давай, давай, давай. Да блинский. Отлично. Тихо-тихо-тихо, это немного не то, что я хотел. Ах ты, блин, я хочу, короче, с другой стороны лифта залезть как-нибудь. Тихо. Давай, давай, давай. Отлично. Ах ты, ну я затупил. Блин, вот же идиот. Вот же идиот. Опускай вниз. Эй, иди сюда. Механизм лифта сразу, кстати, работает еще от такого груза. Это очень, кстати, интересное решение, кто не может найти масло. Так. Смотри, вот сюда вот проходим. Я вот в этом углу попробую встать сейчас и буду назад идти. Может быть, я тут... Нет, стоя тоже. Может быть, я тут провалюсь как-нибудь. Вот не знаю, если получится, я прифигею. Нет, давай сначала вот в эту сторону. Ага, ну тут логично было, что меня сюда выкинет, ладно. Окей, ну я на всякий случай проверил, мало ли. Эй, стой, я сзади. Давай, это, давай еще кое-что попробуем, и потом можешь отдыхать. Столовая, кстати, по-русски, нифига себе. Вот это прикольно. Я что-то раньше не замечал. Ну давай же, двигай ты задом своим быстрее, а. Горбатый пенек, а. Ой, 5 лет ходит. Тихо. Спасибо, я эту фигню опускаю. Ах ты, нифига себе толкается. Ах. Черт возьми, а. Порой так тупо получается. Так. Нет, иди сюда снова. Не могу я, блин. Какой дебил, блин. Во-во-во, давай. Ну сейчас тупо здесь назад, если идти, что будет? Стоя надо обязательно. Идем тупо назад, ребят. Ладно, давай сначала вот этот угол попробуем. Что будет? Опа. О, меня вернуло. Я под лифтом. Черт возьми. Как тебе такое, Илон Маск? Вот это жестко. Ё-моё, я под лифт залез. Можно было бы еще его активировать отсюда, я бы вообще удивился. Может быть, я как-то отсюда смогу пролезть куда-нибудь? Капец! И где здесь кукла обещанная? Блин! Мне надо было, короче, запустить лифт. Надо было запустить лифт. И этот, как его... Чтобы он на меня залез. И может быть, меня бы перекинуло куда-нибудь другое местечко. Типа, к кукле, допустим. Офигеть! Короче, ребят, пишите комменты. Если хотите, мы попробуем еще провалиться кукле. Я не знаю, получится это или нет. Можете также вы, наверное, попробовать, если вам не лень. Вот, но достаточно забавный баг. Я попал и под лифт. То есть это было для меня, ну, нереальным чем-то. Но здесь получилось. Попал я за прачечную. Ну, точнее, в прачечную, грубо говоря. Там, конечно, ничего нет. Ты проваливаешься под текстурки. Вот. Ну и сверху лифта, естественно, тоже я побывал. Такая вот у нас получилась серия по монахине. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока.